Всем привет! Рада видеть вас на моем канале. Сегодня мы поговорим о проекте под названием CryptoCom, который завоевал доверие и популярность среди криптопользователей по всему миру. CryptoCom – это мультифункциональная платформа, предлагающая обмен криптовалют, трейдинг и инвестиции в цифровые активы, то есть все возможности крипторынка в одном приложении. Я лично пользуюсь услугами данной платформы и слежу за всеми обновлениями, поэтому мне есть что вам рассказать. Давайте же узнаем, чего успел добиться этот проект за последнюю неделю. Начнем с того, что у приложения вышло новое обновление, доступное для iOS и Android версии 3.105. Были добавлены новые интерактивные функции, а также темная тема. Ознакомиться с новыми функциями вы можете на странице CryptoCom App TrackCoin. Также была добавлена новая функция. Exchange Lending запускает корректировку обеспечения. Теперь вы можете добавлять и удалять залог, чтобы улучшить состояние кредита. При этом нет никаких проверок кредитоспособности. Доступны низкие проценты и гибкое погашение. CryptoCom подписала партнерское соглашение с промоушеном смешанных единоборств UFC. В рамках соглашения логотип CryptoCom будет размещен на предметах боевой экипировки, включая одежду спортсменов, которую они носят на турнирах, а также одежду персонала. Помимо этого, платформа получила лицензию EMI для операций с криптовалютой. Стала доступна тестовая сеть Kronos и вывод средств через блокчейн. CryptoCom активно развивает свою экосистему. Теперь каждый пользователь может пополнять свою карту с помощью 17 новых поддерживаемых криптовалют, среди которых Cardano, Dogecoin, Chainlink, Matic и многие другие. Также доступны повышенные ставки для заработка на DOT. Кроме того, теперь у вас появилась возможность банковского снятия средств в долларах США в приложении CryptoCom и на бирже. Для этого вам нужно перевести USDC из своего приложения или учетной записи биржи и получить средства в долларах США на свой банк в соотношении 1:1. Данное нововведение доступно более чем в 30 странах мира, и со временем данный список будет расширяться. Также у вас есть прекрасная возможность получить бонус, если вы являетесь пользователем приложения CryptoCom. Призовой фонд составляет 1 биткоин и будет распределен между 500 победителями. Недавно начался летний чемпионат биржи CryptoCom. Для того, чтобы получить свою долю, вам нужно торговать парами USDC. Призовой фонд составляет 25 тысяч долларов США, но помимо этого у вас есть уникальная возможность получить эксклюзивные подарки от команды Формула-1, а также костюм водителя с автографом. Принять участие вы можете до 19 августа, а начать торговать вы можете уже сейчас, просто перейдя по ссылке в описании под этим видео. 6 августа стартовала эксклюзивная компания EFI. Вы можете торговать до 21 августа, чтобы получить шанс на выигрыш. Сейчас я обращаюсь ко всем криптоэнтузиастам и хочу сообщить, что на бирже началась торговая гонка NFT. Для того, чтобы присоединиться, вам нужно всего лишь купить или продать любой NFT токен до 13 августа. Призовой фонд составляет 15 тысяч долларов США. Зарегистрироваться вы можете, перейдя по ссылке в описании. CryptoCom проявляет поразительную активность в последнее время. Все время расширяется и развивается, поощряет аудиторию, проводя самые разнообразные конкурсы и розыгрыши. Согласитесь, проект знает, как вовлечь сообщество в криптодеятельность. Если вас заинтересовал данный проект, вы можете ознакомиться с ним лично, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Обязательно подписывайтесь на социальные сети платформы. Я уверена, впереди нас ждет много интересного. Всем спасибо за внимание. What?